катаклизм прям сильно упростили тогда. Мне локации в катаклизме очень понравились на прокачке, а вот хай контент как-то и игра не то чтобы. Особенно то, что они каждому персонажу в ротацию добавили по одному скиллу, который, вот допустим, шаманов, мне такое ощущение, что он просто вот ломал все. Это в какой ветке? Ну, у Элема там же добавляли дополнительный шок, по-моему. Или что-то такое. Шок, по-моему, добавляли. Насколько я помню, там можно было Выброславу дополнительно изнуть. Я сейчас не особо помню, я помню, что это какая-то фигня там была. Но зато локации шикарные вообще. Особенно Египет вообще топовый. Я помню, своим хантом пришла, как только выпустили вот этот катаклизм, уже предпатч прошел. Пришла своим хантом, одетый фулл ЦЛК. Я не смогла там убить ласт... босса вот по квесту, потому что меня просто сливали вот эти жирные мобы. Я психовала и пошла другого качать. Войт, вы маги грули дядь? Угу. У вас слот есть? Нет. Я только долетела. Можете засумонить вора? Можем все. Красавчик. 1000 голды. Потом. Нет, сейчас. Ну ты это самое. Чё ты паладин, в чё там одет? Глянем. Так, чё это? Ты 4. Ну короче, ты на двоих стол, я на троих. Ребафните прото и каску, пожалуйста. Каски я бафну, просто. Да, ну чё слакаешь? Иди хиль. Идёшь. Ты не хилишь. Ну я слакаю, да. А какой паладин ты нравишь? Ну в четвёртой пати там, который... Для твоих правых? Да. Зачем вот ты эту хуйню нажимаешь, не знаю. Давай, шлакер. Да. У нас танк сложил, кажется. Все, а, нет, он сорвал. Да просто у него танкоспект не очень. Армс там какой-то, блядь. Не
Не танк, я Армс. Я думал танк или Вармс. Хули Варм. Только спек не очень Армс какой. Лошадь, спасибо. У нас как-то челик хуйню какую-то вытворял. Заиграл такой, ругается, говорит. И обзывает его лошадь, сука. А у тебя ник лошадь, блядь. Поржали. В смысле, надо. Лошадь. Конь ебаный, наверное, вот так, нет? Лошадь? Не, ну бывает, да, когда конь обзывает. Он просто, ну, решил с оригинальным, что говорит, лошадь. Ну вот. Че, тебе тринку? Ага, страх. Долго передавал. Смотри, как он пиарится, выкинь меня просто. Так, попытка номер два. А, блин, бог. Баба уже. Что, коник, снова накрутил? Какая накрутка, я тоже. Забафайте по дороге, пожалуйста. Я свечился вообще. Вот, остановись. Сейчас. Залутаю эту хуйню все. Да не надо мне эту штуку. Я не того кидаю в мир. Да, давай триню. Не знаю, какую-нибудь топовую. Танковую. Ты ей обещал, я слышу. Нет, Слава обещал. Сейчас хребет выпадет мне. Что-то забагалось. Сейчас я релогнусь. Ты тоже релогайся. Тут тебя забагалось. Может быть. Да, не смешно. Дышим не встал. Попытка номер три. Где ты? Да это у тебя забаглась, я релогалась уже, блин. Нужно вдвоем релогать, если я обмен забагался. Передай Днюше, а он мне попробует. Сейчас, подожди. Если он не стырит мое тридио. Ну что началось-то? Проценты будут просить. Да. За передержку. Сейчас убьем мы этого самого петуха, потому что полетим. Там в полете ревнуюсь. Да, Паладин, 50%. Дайте касочку, пожалуйста, и кулачок. Нету касок. Будьте так добры. Повару. Леон и Сирот бегает, прыгает. Зачем тебе бафа? Хочу поддамажить чуть-чуть. Спасибо. Кто знает, как зовут девушку, которая живет с парнем по имени Пашка. Давай отвуляй! Рука Пашка. Слава, ты какой-то чушь. Это была шутка, ты чё? Очень даже смешная, я думаю. Ну, конечно. Топовая шутка, но ёпта. Да не. Сегодня, короче, была... Сегодня была на груле магики. Магик перед ударом
перед окаменением притягивал весь рейд к себя, и мы из этого вайпами. Чего? Прикинь? Это где? Это когда? Вот это на Груле может было сегодня. Это на каком сервере? На Сирусе. Чего себе? Опа! Вот так, да? Ничего себе новин. Вот это освежили, слушай, геймплей. Прям. Хана народу. Во, не забыли. Слушай, ну неплохо так. Это весело, да, хоть что-то новое, ну. Да, должно быть. Фигер знает. Я не играла во что. Вообще не притягивает он. На ПК не было такого. А теперь вот новиночка. То похерили вообще каждый день ходить вот этого убивать его. Серпуги, блин, не смогут его убивать, получается? Да, представляешь, какая сложность начнется? Это ад будет. Типа босс учится, становится сильнее, да? На своих ошибках. В конце он вылезет за рамки игры и захватит планету. Ага, как вот сейчас вот написал там босс. Вы мне скажите, какой токен с первого босса? Что? Он в штаны. Супер. А на кого? Сейчас узнаем. Вот это нормально вообще. У нас тут Ванги нету. Даже чара с ником Ванга. Кстати, надо пойти попробовать забить. У нас зато Вага есть. Вага? А, чё, блядь, началось-то? Буковку завел, да? Ты его не зли, а ГМ злой, это плохо. Вам еще сегодня со мной в рейд идти. Между делом. А чё, всего лишь один раз притянул? Будет еще, нет? Дело это охота. А между это в рейд идти, да? Ты еще хочешь перетяжку? Еще хочешь? Ну да, надо же. Опа! Еееее. Все откинул. Ну, что делать? Дал Т4. Спасет, надеюсь, вас. Смотри, полурейда. Оп. Ну, нормально. Нас сегодня просто притянуло, и ребята, милишники, не разбежались, полурейда просто. Все, победа, вон, видишь, штанишки выпали. Он и щит тебе. И щит выпал, и мне хребет выпал. Вот, ну что мы заберем? Чего? Эмбер, я тебя просил, что мы заберем? Что заберем? Конечно. Ты лесный день, да? Ну ладно. Вот, души. Ой, прилобнись, пожалуйста. А, это Unroll, сорян. Ну я же увидел, короче, в этом. Или ты ее... Сейчас. Или ты ее уже передал? Не, ничего не передавал. Сейчас я в полете релобну. Чтоб 20 секунд не ждать. Хотите на магика? Открой свое сердце свету. Ну, ноги у меня есть. У нас снег пошел. Ничего себе, что так плохо? У нас это там погода должна установиться. Это весна. У нас деревья уже доцветают. Где? Краснодар? А у нас тут... О, ты тоже... тоже с Краснодара? Да. Холодно сегодня с утра было. Плюс 5, сука, я с собаками гулял, короче. Меня можешь поставить на куб. Я все равно. Плюс 5, холодно, блядь. Да. Ну вон, товарищ, спроси, он тоже с Краснодара, скажет, что холодно было. Это очень холодно уже для Краснодара. Да, это холодно. Минус 30. К такому минус 30 нормально, блядь. Прогуливаемся. Минус 40 это еще холодно. Начинается. Ну вот я же чем говорю, холодно. Плюс 15, еще... уже в шортах хуярит.
Еще, блин, вот эти, короче, ходи на улицу недалеко, вот это как-то сейчас напрягает немножко. И рынки закрыли, собаки поганые. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, наверное. Ну, учитывая, что 500 человек в день заболевает, это как бы достаточно много. Че за АДКшник, крутой какой-то или что? Топовый. Сейчас бы говорить топовую класска, а там Пэт ебашит, а не сам анхолик. Да ладно, Вага, не завидуй, ну чё ты начал? А чем не завидовать, я сам анхоликом играл. Охуенный персонаж, только не тут. А я бы поиграл в Т5. Залетаю в инст. Зурон написать, чтоб мы его пал на ДК поменял. Ставь на него. На куб ставь. Ну, альянсовцев убирают. Так, на кубы брюсик, в рейд, плюс 5 кролла на Т4 на маунтах. Ничего себе. Смотри, смотри, плюсы полетели. Блять, да ну нахуй. Хватило, да? 4, целых 5, ёбаный стыд. Уже все? Давай еще раз релогуемся. Продано. Ну ладно. Тогда я не хочу на куб. Расхватило. Уже начал обмен. Говорю, днюшек мне передаст. Нужно полностью уходить из мира, а не ролл писать. Там мы, блядь, так и делали. Да, да. Так, чё там? И одно тело еще на куб. Одно тело на куб. Вот, сейчас тебе дам плюс. Там месяц не занят, дай мне месяц. Вот, спасибо. Ты заходишь? Угу. Захожу. Давай по один агри, пока те три моба. Только по сторонам не агрите пока. Я хуй знаю. О! Работаю. Спасибо. Не знаю, обычно наверх поднимают, а что, распускались все. Ладно, стойте там тогда. У меня такой вопрос, не спрашивайте, почему я спросила. С Малдозаром кто-нибудь в рейд ходил? Соскучилась. Видимо, нет. А его что-то не видно уже несколько дней. И слава богу. Коронавирус. Видимо, затронул его, да. Чё по вирусу, кто в каком регионе живет? Все на карантине. Да тут тебе правду скажут. Наверное, это называется самоизоляция, может быть, про это я говорю. Самоизоляция. Нет, карантина нету. Города. Если был карантин, можно было столько банкротов объявить, а так самоизоляция. Сраный Путин, короче, придумал красиво. Да, то есть это немножко другое. Карантин это, он... это когда ты приехал с Таиланда, ты болеешь, ты знаешь об этом, тебя помещают на карантин. То есть тебя изолируют от общества полностью.
У меня в Дании родственники. Нет, просто если бы страну на карантин поместили, это по сути военное, военное положение. Тогда можно было бы тут столько применить всего-всего, но там бабла бы улетело столько из бюджета, а Путин такой, ну бля, это же бабло, ладно, не надо. Не знаю. Самоизоляция. На эту тему я не буду обсуждать ничего, просто это называется сейчас самоизоляция. Ну да, это самоизоляция, это прекрасная формулировка, офигенная, топ. Ты что, путятишну не любишь? Медвепута? Путятишну. Ладно. А вдруг нас сейчас слухают, а? И сейчас как приедут ко мне, это вот FBI, упинай. Они все в дозоре, куда они там приедут? Ну все, да. Слухают? В дослухе тогда, так они в дозоре смотрят. Пакет Яровой не это, не спит. У меня родственница в Дании заболела. Недавно узнала. Не, ну блин, если она молодая, то это простуда обыкновенная. Делорус, плюс они что-то в чат. А за детей боюсь. Да, блин, по сути, зона риска это старики. Дети тоже не зона риска. Если не совсем груднички. Одна грудничок. А ну это тоже чуть сложнее. А двое постарше. И чё, где мой месяц? Поставь месяц. Вот этот вот, я нашел. Вот она. Он без метки. Все, видишь, я как куда. Дайте этому сумасшедшему воину каску. Да я уже раз 50 давала, ну. Ну что, инновация была там. Там угрозы такие, не хочу ничего. Будешь угрожать, не буду больше давать. Боб ему дай. Там же этот проникновение вируса зависит от возраста. То есть чем больше, чем старше человек, тем больше обширнее, тем больше обширнее он может проникнуть. Да никуда он не проникает. Это по сути осложнения, которые он дает. А просто чем человек старше, тем сложнее ему эти осложнения переживать. От гриппа точно так же старики умирают чаще. Это другой раздел. Это имеет место, но это другой раздел. Не то, о чем я говорю. Короче, давайте не про корону, а то за... Доело уже это, аж вируса. Даже телевизор перестал смотреть. Нет, я приходил к жене, когда она смотрит сериал «Кухня», но сейчас уже даже не хожу. Не, ну дом это совсем хорошо, но кухня тоже нормально. Слушайте, хоть рекламы нету, да? Ну, в смысле, реклама там есть. В смысле, сериал. Ну, блядь. Рекламы хоть нету там. Ну, типа, наверное. Блядь, охуенный шампунь, там все дела. Или про чё они там? Так подожди, кухня на ТНТ, так? Ну, в смысле, по кабельному. А, да, или на СТС было. На СТС она была. Ну вот, значит, там есть реклама. Нет, она раньше была на СТС, а сейчас по какому-то кабельному каналу там пройду. Не знаю, я в интернете смотрю, там нет рекламы. Ну, красиво вообще. Канал «Еда»? Ну, я не знаю, наверное, «Еда» какой-то. Я сейчас встану, пойду посмотрю, что за канал. Давай. Хуйню будет смотреть, честное слово. Я не смотрю вот. Телевизор уже 2 года, я просто смотрю, помню, Форт Боярд шел. О, блядь. А чё он, кстати, про твар? Что там новый прикольный? А, ну, в принципе, там Ольга Бузова. Новый не видел, новый не видел. Не видел. А, ну, старый, да, старый хороший. Старый. Чё там? Пул-пул через 16 секунд. Пару серий посмотрел, короче, старого. Там же, типа, вот эти... Они же там всякие разные страны, вот, например, говорят, там их испытания есть, где, короче, на трубе надо проползти вперед, короче, и там баб постоянно. А я же ставят. На девочке, да? Чуть не спасла. Ну, типа, баба ползет, и все, а там
форма такая откровенная. Ну, что-то даже вырезали. Ну, французские версии какие-то. А что нам французские версии? Наши не вырезали, маленькие детки. Посмотрел. Поржал, конечно, знатно с этой хуйни, что типа там золото какое-то закопано в этом форте. И типа шоу, это, короче, прикрытие, что на самом деле, типа там в это время... Кубы 20, шоу, не знаю, кому это надо. Пока типа шоу идет, типа там раскопки ведутся, блин, там золото, блядь. Кубы 10. Сейчас через 3 секунды кубы будут, приготовьтесь. Не подвезли новых, сюда не понял. Даже прожали кубы, нифига себе. Это самое. Вторые кубы будут после второго откидывания. Сейчас одно откидывание, то второе будет. Да, ну может быть даже прям перед самым анонсом кубов. Кто оно? Ну, откидывание, я говорю, может быть перед самым анонсом. Кубы 20. Это наш ДБМ, короче. Надо тебя в рейд брать, чисто ДБМ. А для Яна в зачете ХМ, да? Ну, я что-то решил поанонсить так вот, я... Ты такая говоришь, это, ты анонсишь, мне не анонсить? На самом деле, я бы только с радостью не анонсил. Честно, я поэтому думаю, что ты анонсишь. У тебя хорошо получается. Сейчас, это, блядь, прожали кубы. Кубы прожали, и оглушение сразу выпал, повезло. Не, нормально, нормально. Красиво. Ну, походу, добьем мужика. Не вообще. Подойду. Блин, не люблю я, когда так переводится, уже третья КД так переводится. Ну, придется тебе стопать тогда, чтобы не переводилось так. Под рукотом даже, блядь. Каким котом тебе сейчас фагаю окунь по игру? Ты не окунет еще. Все, молодцы. Ой. Значит, по традиции скажу, всем, кому не нужен шмот, спасибо за рейд, всем, кому нужен, оставайтесь, сейчас передам, там, разролю, все, понятно. Да я шмотки вообще переодеть забыл. Вот эта сумка нужна кому-то, сейчас закину. 300 усилков. Голова. Квест надо? Токен же. Сейчас эту хуйню отдам с бус. Мне штаны интересуют. Так. Щит интересует кого-нибудь? На успех можно? Давай, кидай его. Вот эта параша интересует кого-нибудь? Ты мне подкинула словечко, конечно. Мешок анрол, блядь. Вместе с буе. Чем-то там еще. Так, голова не надо, распыляем, короче. Капец, в гильдейском рейде что-то анролит, да? Ну, это самое. А штаны ты говоришь, да? А я их лесному дню уже заанролил. Если они на тебя падают. А, окей. Ты у него спроси, может, он тебе даст. Я бы дал. Я не буду. Я уже раскрыл. Так, гримби вот этот вот.
Гринберг, да. Кому? А, ты дал. Всем спасибо. Так, что у меня осталось? Плечи, сейчас посмотрим, какие там. Плечи, номер. Какая-то грудь, говорит. Есть тканевая с духом, хвостом. Чего себе, 5, просто ролл 5 он выиграл, ты понимаешь, победа. Да, у меня второй раз брюй пролетает, правда, в элемент. Давай этот самый обмен брюйт. Лошадь, тебе надо выхвост? Сейчас дам я. Не-не-не, Леон выиграл. Леон выиграл. Я не знаю, какой там шмот, я не следила. Это я блюдо. А где то? Надеюсь, ты на протовары этот у него. Ну да, да, напротика, да. Ну обмен дай. Дякую. Вот это вот трофеи, вот это хуйта. Надо как-то. Трофеи, да. А если, наверное. Ну давай обмен. Подожди, трофеи. Оставь, есть еще? Сила атаки. Мне надо. А, я же черепу даю обмен. Ты, тебе надо трофей? Мне нужно два их, да. Но только... А, его уже зарубили. Я в Долоране. Подождите, блядь. Во-первых, сова на ов, Гринберг. Тоже не надо. Я на ов, конечно. Так, Азира, блядь. На мейн Рога, да? Чё, давай Роги отдам, наверное, да? Ну, отдай Роги. С устойчивостью бегает, как бомж ебучий. Хотя я бы в инхе побегал с ним. Так, вот кинжал босса. Ценикси. Вот это хуйня. Чё увидите там, кидайте ром. Вот это хуйня. Тебе чё рога? Кинжал? Это топор ебучий. О, ебучий топор, да, вот я хочу ебучий топор. Рога тоже бери. Защита на танк с Гроу уже ролил или еще он нет? Он мне его отдал. Все, это да, кому, кому обмен? Жди. Черепу? А я Роги закидываю всю эту хуйню. Ну, в смысле топор. Топор Рога ты ролил? Нет. А, кинжал тогда сейчас ему закину. Вон коник топор отдай, может дамажить начнет наконец. Черепу, да, двосит, блин. Так, ритхаст какой-то, ловкость, какая-то хуйня. Где ты там? Дай обмен черепу чувствуешь. Угу, да. О, спасибо большое. Теперь-то я самый сильный энх в мире. Вот смотри, тоже нихуя себе на энха, запястье охуеть. Да, у меня запа на энха не то. Запы там копейки стоят. Пояс какой-то. Вот этот, наверное, крутой, да? Чё-то топ. Не, с хостой, кстати, нормальный пояс. Ну, давай обмен, Роба. Смотри, ещё кинжал, нихуя себе, надо тебе такой? Блин, и 8, одна ручка. И кинжал тоже до кучи. Так. Вот, с духом что-то. Плащ такой. О, вы, подожди, плащ на вынос, на интеллект. Блин, как вот тут? Вот, я на плащ на этот, на интеллект хочу, да. Ну на. Хочешь, получишь. То у меня вообще бомжовский плащ. Кончуга. Как ты быстро это делаешься? Все, это все последние шмотки. А еще там... тканевая голова на жильца и кожа на друида. Мне тапки нужны, если там есть тапки где-то. Тапок нет вроде. Ну все равно. Кольцо ПВЕ. А вот голову дай мне вот эту кольчужную. Силой вот такое, ну давай обмен.
Ты все равно это распылишься. Да. Я поэтому так долго и стою с вами тут. Рога, вот это только кольцо силы. Ну все, тогда. Всем спасибо, портуемся. Да, тебе спасибо.